Сережка вон опять на подобной страничке eBay. Шведский вариант называется Blocket. Он машины свои повыставил на продажу все. Сережка, зачем ты машины будешь продавать все? Мне они больше не нужны. Почему? Не нужны. Не будем на машинах больше ездить? А ты на чем будешь ездить? На велосипеде. А Кимку куда? На велосипед. В корзинку? Угу. Сережка вообще в такой депрессии сейчас. Он впал в депрессию. И неизвестно, что можно сделать. Мы уже по врачам ходили, по гинекологам. Никто его вылечить не может. Вот так вот лежит целыми днями. То на eBay одежды смотрит, то на этом блоке эти машины смотрит. Все свои 3 машины выставил на продажу. Найди свою машину, покажи, Сережка. Одну из них хотя бы. Не хочешь? И вот, кстати, очень неразговорчивый. Все время лежит и вот молчит. Молчит все время. Бедненький. Ну что с тобой случилось, а? Сереж. Ничего.